Во Флориде перед судом предстал шутник, который бросил в окно ресторана быстрого питания живого аллигатора. В результате инцидента никто не пострадал, сама рептилия сразу же была выпущена на волю. А вот молодого человека ждут серьезные разбирательства. Ему предъявлены обвинения сразу по нескольким статьям, в их числе вооруженное нападение, незаконное владение аллигатором и мелкая кража. Кроме того, нарушителю на время категорически запретили подходить к любым животным.